Христос воскресе, дорогие друзья! Первый раз такая Пасха. Грусть, уныние и тоска. Храм закрыт, хотя он рядом, и молились там века. Что случилось? Злостный вирус или у власти веры минус? К сожалению, из-за вируса даже храмы закрыли. Мое мнение, не только мое, конечно, что это неправильно. Быть может, мы так согрешили, что патриарх такой у нас, что в светлый праздник воскресенья в храм не пускают нас сейчас. Ну, конечно, не все священнослужители, священначалия считают, что это правильно. И людям давали возможность встретить светлый праздник. Все меньше подарков, все больше скорбей. И лишь олигархи живут веселей. Но свет приближается к точке своей, и суд будет жарким, без полутеней. Вся жизнь на ладони, что скрыли уста, никто не заслонит от взгляда Творца. Там нет адвокатов, лишь гибели змей, людей совративши утробой своей. Его лишь лобзали веселье уста, в грехе забывая о воле Творца. Его оправдания забыли, сожгли. Лелея желания, интриги плели. Что ж, жизнь, пройдя в суен, достойный конец. Один в тьму кромешную, другой во дворец. Нас создал Бог для радости, но радости духовной, а мы все ищем сладости и сытости греховной. Один в душе сажает рай, другой устраивает ад. И собирают урожай, когда покушать захотят. Один сам ест, другим дает, а все плоды не иссякают. Другой все ищет, не найдет, все больше злится, голодает. Проверь, что у тебя в душе, ведь рождены мы все для рая. Но прелестью опьянены, забыв Спасителя, страдая. Еще стихотворение. Если любишь ты Христа, будешь ты хранить уста. Рот тебя не подведет, не злословит, не соврет. Будешь ум в узде держать, мысли будешь укрощать, и всего важнее сердце. Для любви откроешь дверцу, как огонь внутри горит, сердце с Богом говорит. Даже в маленькой молитве откровения сокрыты, и душа внимать готова чтению молитвослова. Господи, помилуй, снова в нас вырастает Его Слово. Еще вот так. Будьте как дети, сказал нам Христос. Будьте как дети, спасайтесь от плена всех своих страхов и всех своих грез, и ощутите себя во Вселенной. Как близко радость и печаль, и слезы невозможно близко. Тебя обидели, что ж, жаль. Но жизнь трудна, ты в зоне риска, и ты, быть может, не права. Напрасно рот губу кусает, и те обидные слова тебя, наоборот, спасают. Будь осторожнее в словах, поступках, тех, что хочешь сделать. Ведь мы живем на островах, в житейском море черно-белом. Из книги «Весна» прочитаю стихотворение.
Сейчас светлая седмица, сегодня уже второй день пасхальный. Не плачь, ведь светлая седмица, не плачь, ведь слезы лишь водица. Сейчас войду в храм к алтарю и Бога поблагодарю. Распятый, чистый, на кресте, Господь простил грехи нам все. На третий день в тиши воскрес, и ангел гроб его отверз. И с той поры звучит окрест, священник поднимает крест. Христос воскрес, Христос воскрес, воистину Христос воскрес. И не следа усталости у молодой монашки, хотя на сегодня всю ночь ведь не спала. Христос воскрес, и видно, она в пасхальной радости, и на челе смиренно улыбка расцвела. Мы все стремимся вроде бы к Отцу, но все же умирать боимся. И с каждым днем жизнь близится к концу, а мы в квартирах прячемся, таимся. Лишь в храме вдруг коснется благодать, и посреди зимы душа узнает лето. Но долго радости не можем мы внимать, и ждем с тревогой только конца света. Да, наши власти нам устроили самоизоляцию. Вот президент у нас сейчас Владимир Путин. Вот такое стихотворение у меня есть. Написано давно, но сейчас вот хочу его прочитать. Один Владимир выгнал беса. Крещением всю Русь он спас. Другой Владимир предал всех нас и все разрушил, поругав. Сейчас опять у нас Владимир, опять у власти, знать не зря. Какой славой впишет имя, что он предпримет у руля. Быть может, Бог ему поможет и честь и веру сохранит, и русский мир не уничтожит. Но только что же он творит? К сожалению, по делам видим, что что-то не так. Что-то не получается. Ну что, оставили Христа? Как Петр, мы плачем, сидя дома. И хоть горят у нас сердца, но тело слабо, как солома. Боимся пальцем шевельнуть. Так запугали, силы нету. Бессмертными хотим, что ль, быть, забыв, что страшен конец света. Закрыв под маской часть лица, мы думаем, он не узнает. Одежда сгинет без следа, когда мы перед ним предстанем. Господу видно все, все наши дела, и одежда, ни маски, ничего не помогут. Пускай весь мир закроется, а мы будем молиться. Господь, Святая Троица, даст верным защититься. Вот что происходит в Москве. Очень славно, как в пустыне. Посреди святой Москвы не найти открытый ныне православный монастырь. Для чего же возводились стены крепкие церквей, купола и башни звонниц? Смысл в чем монастырей? Для того ль, чтоб отражали натиск разного врага, чтоб молитвы отбивали зло и грех вокруг всегда? Что случилось? Испугались вируса или властей? Москвичей одних оставив, бросив паству и елей. Что же делать прихожанам? Божий дом остался пуст. Душам ноющая рана, а священникам отпуст.
Только веру, кто имеет, уповайте на Христа. Любит Он, спасет, жалея, верных Богу до конца. Бодрствуйте, сказал Господь, не грешите, не проспите. Он придет на землю вновь, так встречать Его спешите. Очищать свои сердца нам давно пора настала. Будем мудрыми, как девы, чтобы масла нам хватало. Он придет и всех рассудит. Разделение в мире будет, и пока час не настал, загляните в душу, люди. И вот эта ночь пасхальная у нас была очень сложная, но в то же время очень показательная для нас. Встречали Пасху мы не в церкви, у ограды, и были не одни, и были тому рады. Ночь холодна, фонарь пасхальный руки греет, а в храме так светло, и ладаном так веет. Мы слушали молитв столь радостное пение, но душу свербли вопросы и сомнения. Но нас Господь узнал, Он дал нам утешение и в Божий храм позвал Святое Воскресение. Священник не забыл, что мы стоим в тревоге, и нас благословил. Мы причастились к Боге. Победа вновь. Повергнут бес. Христос воскрес. Христос воскрес. И вот в наших молитвах мы должны, конечно, объединяться. Православные, объединяйтесь за Христа, за Русь, за храм. Сражайтесь. Что рекомендует эта власть? Дома все сидите, чтобы пропасть? Вспомним. Как спаслась наша Россия, в вере православной наша сила. Видно, время битвы вновь пришло, нынче наступает на нас зло. Вспомним наши воины святые, шли на бой с молитвой, с крестной силой. И бежал от страха грозный враг, развивался славно русский флаг. Невский Александр, Дмитрий Донской, Александр Суворов, шли на бой славный маршал Жуков, Ушаков. Верой истребляли, жгли врагов. Сколько на Руси было святых, до сих пор молитвы живы их. Если будем вместе, сгинет враг. В церкви главный Бог, а не патриарх. Бог нас призывает в храм всегда, и бояться нужно Его суда. Православные, объединяйтесь за Христа, за веру, за Русь сражайтесь. И последнее стихотворение, еще раз про Пасху, такое написано давно, но оно такое радостное. Ладан кадит земляникой, воздух сладостью запах, благодатью храм напитан, радость сердца и устах, Пасха светлая Христова, и огонь святой горит. И вначале было слово, вновь священник говорит, до скончания века точно будет то происходить. Кровь пролив, Господь нас вечный, как детей будет любить. Пасху красную встречаем, воскресение Твое, и друг друга лобызаем, веря слову оживем. Все кричат: Христос воскресе! Он воистину воскрес на земле и в поднебесье. Радость лишь! Христос воскрес!